Это вообще ключевая фраза. Мы соскучились по празднику в этом году, но не то чтобы праздников было мало, но отмечать мы их могли в определенном состоянии условий этого года. И действительно, по искренним праздничным эмоциям мы по-настоящему соскучились, и поэтому пытаемся делать праздник каждый день, независимо от обстоятельств. И, похоже, такой момент наступает в нашей программе. Дело в том, мы специально заглянули в календарь, 11 декабря, день танца живота. У всех разных ситуаций возникает при этом словосочетание. И мы решили позвать в гости профессионалов. Валерия Веремеенко, преподаватель восточных танцев, находится в нашей студии. Алексей оживился сразу. Все мужчины не только Алексей оживились. Сейчас оживился. Я считаю, что с утра пораньше надо как-то получить вот эти самые эндорфины, гормоны радости. И в конце концов ощутить приход нового дня. Валерия, вот простите нас за эту прелюдию долгую. Давайте начнем непосредственно с того, о чем говорит календарь, с танца живота. Поехали. Хочу вручить вам это и простите, так, что это не цветы. Разные слова приходят. Как они говорят, во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, и я хочу понять, вот танцы живота, насколько это предрасположенность должна быть, или любой в любой момент, но опять же опираясь на ваш преподавательский опыт, может, так сказать, настроить себя и познать вот секреты этой красоты. Восточные танцы – самые демократичные танцы вообще. Поэтому тут можно начать как в 5 лет, образно. Ну, в 5, мне кажется, рановато. Занимаются. Хорошо. Так и в 60, и в 70, и в 80 начинают. То есть это... А здесь уже поздновато. Ну, на мой взгляд. Я хотела спросить же, это танец для молодых девушек или нет? Нет, тут танцуют абсолютно разная возрастная категория, абсолютно. То есть тут настолько широкий спектр стилей. Вообще, в принципе, восточный танец – это огромное количество направлений и стилей, поэтому каждая женщина может найти именно свой стиль. То есть не обязательно, например, танцевать то, что я сейчас танцевала.
Они могут танцевать что-то более мягкое, что-то более спокойное, либо что-то более дерзкое. То есть не обязательно делать какие-то гимнастические прогибы, какие-то там невероятные там шпагаты. А вы можете мне какой-то показать элемент, вот, который я сейчас могу повторить? Ну вот что-то. Что мне надо вот такое сделать? Марина готовилась к корпоративу, но его отменили. Так, ну давайте, у вас красивая блузка. Мы сейчас ее немножко расшевелим. Вы делаете одним плечом вперед движение, другим назад. И меняете. Так, понятно. Ну. Да, руки в стороны вытягиваете, в стороны, и поднимаете грудь наверх максимально. Вы мне льстите, все вам мстят. Вот, да, одно плечо вперед, другое назад. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Я чувствую в позвоночнике прилив крови, по крайней мере, как минимум. И все, и потихоньку ускоряйтесь, все это нарабатывается. Вот таким образом получается, Алексей, у меня? Почти, почти. Для начала очень хорошо. Очень неплохо. Валерия, ну, без ложной скромности, вы блестяще выглядите во всех отношениях. Спасибо. И во многом благодаря костюму. Вот костюм, я не могу назвать, что это демократичная история. Дорого-богато. Вообще, где взять, если какой-то магазин, не знаю, мир костюмов для танца живота, как это может называться, где вообще или все это берете? Или это ручная работа? У нас в основном шьют. Я всегда свои костюмы шью на заказ. То есть я увидела какую-то картинку, все, мне захотелось, я прихожу к швее и говорю, хочу вот так, вот так. И все. И она мне, получается, отшивает основу костюма, и там уже на что хватает моей фантазии, я уже его обставляю камнями, блесками и прочим-прочим. То есть в основном на заказ. У нас... Валерия, не могу не спросить в финале нашей беседы у мужчин, значит, всегда функция созерцательная? Или же есть примеры, когда мужчины тоже танцуют животом? Очень при условии, много. Если он не пивной, конечно. Очень много мужчин танцуют животом. Очень классно. Может быть, делают. Вы еще покажете несколько, ну, вот как мужчин? В другой раз у нас уже заканчивается программа. Очень много мужчин танцуют восточный танец. Как я уже говорила, не обязательно делать те движения, которые я сейчас сделала. Есть очень, например, много вот прям конкретно мужских направлений, где это выглядит максимально по-мужски и максимально интересно вот именно для мужчины. То есть не обязательно трясти животом, не обязательно делать движения бедрами, хотя просто и такие танцоры делать... тоже есть. Не могу сказать, что заинтересован. Ваш вариант мне нравится больше. И вообще, мягко говоря, под впечатлением. Большое спасибо. В этом году, я так понимаю, фронт работ, имеется в виду какие-то выступления несколько ограничены, но тем не менее удается как-то вот принимать участие, не знаю, в концертах, в каких-то вот вечеринках и так далее. Что касается конкурсов, в основном, конечно, они все перенесены на весну, потому что все равно еще боятся из-за пандемии, из-за ограничений. Валерия, поэтому... в таком случае с наступающим. И спасибо. Пусть Новый год принесет нам больше радости, счастья, света и возможности демонстрировать свои таланты. Валерия Веременко была у нас в гостях.